Сахалинские акулы не справились с белорусами в рамках регулярки молодежной хоккейной лиги. В Бобруйске островитяне проиграли «Динамо Шинник» в двух матчах. Первый завершился со счетом 1-4. Не помог и быстрый гол в первом периоде. Во втором периоде последовало большое количество удалений у сахалинцев. В конце игры наш соперник забросил 3 безответные шайбы и довел игру до победы. «Динамо Шинника» самое главное, то, что он вечный. Выиграл борьбу. Вторая встреча также прошла не в пользу островной команды. Отрыв в 2 шайбы хозяева площадки создали уже в первом периоде. В следующих 2 игра была равна. Теперь сахалинские акулы готовятся к заключительным играм выездной серии в Балашихе. На остров команда вернется к 19 сентября.